Жил-был сталкер на свете. Его знали все, даже дети. Его звали Мечены. Он был лучшим сталкером, но на самом деле он был стрелок. Он был первым, кто проник в центр зоны. Он говорил, что он любит свою. Сталкером и, конечно, не любил убивать других сталкеров, но носил с собой гаусган.